Итак, всем трем и доброго времени суток. Это канал Льнива Дмитрий. Мы продолжаем прохождение Saints Row The Hired. Hired. Неважно. Так, ну что. А, ну да. На всякий пожарный. Не повторяйте всю ту хрень, которую вы увидите в игре в реальной жизни. Но после, вот после этого поехали. То мне что-то YouTube стал присылать какие-то уведомления, не то что даже уведомления, просто появились там в окошке, типа, что-то там про детей, что-то там про правила о сообществе, я думаю, мало ли. Так что, устно предупредил, все меня услышали, все. Так сказать, снял ответственность. Ну а что на самом деле? Так, собственно, идите в гараж. Стоп, я же не туда! Ёк-каламане, зачем в гараж-то? Мне ж не в гараж надо. Ой. Чёрт. Выпустите меня из лифта, сволочи! А чё, подождите. Блин, чё за бред, а? Давайте возьмём машину. Минуточку. А, вот он. Забрать. Даже так. Меня прям сразу в нее. Ой. И сажают. Так, стоп. Извиняюсь. Затупил. Пушки, пушки. Что у нас с деньгами? 6173. Давайте-ка мы заедем в ближайший, во-первых, магазин Ружбаек. Бу-бу-бу. Магазин Ружбаек. Поехали, чё. Звук я сделал, прям уж извините, на самый-самый минимум, потому что, во-первых, в этой игре обнаружились какие-то авторские права, блин, с музыкой. Опять. Доели уже. Что это? Костыли. А, и здесь тоже, блин. Ладно, пройдем. Почему бы и нет. Так, а где у меня еще тут какие-то... Блин, надо будет... Ой, ты чего? Милая, проезжай. Знаете, надо будет реально проехаться по городу. Все это пособирать, блин. Все эти задания повыполнять. Потому что, судя по всему, с сюжетной точки зрения тут практически не хрен делать. Потому что у меня там в сохранениях уже 8% пройдено. То есть было первое сохранение 4, второе уже 8. А что я там прошел-то всего ничего? Так что, видимо... Так, стоп, где? А, вот. For sale. Ты чего? А с той стороны никак не вылезти, да? За 5000. Нет, извини, приятель. Пока не приобрету. Купить патроны. Ну да, естественно. Так. Ну что ты, бляха-муха. Ага. Так, теперь... Тут у меня все есть. Ага. Метательная, электромагнитная. Окей. Купить и улучшить оружие. А тут что? Вай. Вай. Вах, вах. В смысле? Хам, ладно. Куда? Стой, ты что? Зачем выскочил-то? Это... Блин! Что происходит? Чё, идиот, что ли? Нормальная ситуация. Чё стреляешь-то в меня, дебил? Так, Боже мой, какая гадость. Да быстро отключки. Да ну нахрен. Ещё чего не хватало. Так, давайте-ка улучшим. Тут можно улучшить, да? Да блин! Ты чё? Так, чувак, отвали от меня! Мужики, вам чё надо? Отстаньте от меня, пожалуйста! Чё за хрень, я не понимаю? Вы чё ко мне лезете, алё?
Пока полицию чуть докопался. С нихера. Ребята, идите в жопу. Но нифига себе. Иди отсюда. Нет, вообще, конечно, раздражает то, что какого... Почему главное... Уровень 4, все. Почему у меня этот друг дробовик появился? Ни с того, ни хера, пардон за мой французский. Уровень 1, окей. Блин, еще и денег не хватает. Все, ладно. Да, принять. Эй, ну, блин, ну почему оружие-то не поменялось? Ну что ты будешь делать, а? Блин! Что-то какая-то нездоровая херобора происходит, я вам честно скажу. Давайте по городу немножко покатаемся. Пораскрываем все эти, так сказать... Пусти... Да уйди ты, а! Что ты мешаешь, блин, парень? Что с тобой не так, приятель? То есть, оцените прикол. Я заехал в магазин. Я никого не трогал. Вообще. То есть, реально никого. До меня сначала докопался полицейский. Потом эти что-то в меня стрелять начали. Чё за бред вообще? Нет, ну, конечно, в принципе, мы с ними как бы не особо-то, так сказать, в смысле. Что это такое? Операция банды. Вау! Да блин, ты чё, парень? Да, ты... Блин, вы достали, а? Ой. Чувак, догори уже. Да блин, вы... Да блин! Привязались, а? То есть, типа, я победил. Ага.
Только есть одно но. Меня сейчас на британский флаг рвать будут. Ой, валим. Ей-бог, бежим. Хелп! Полиция! Убивают хулиганы, зрение лишают. Сволочь. Так, ладно, это мы открыли. Блин. Чё за бред вообще? А у меня вообще как-то будет спадать этот? Чё такое? Какая-то собственность. Давайте туда теперь. Слушайте, я понимаю, что им очень прикольно за мной ехать, но как бы... Они отставать-то планируют, нет? Или так и будут за мной лететь? Да вы чё, обалдели, что ли? Ты-то любишь good fun. А мне ни хрена не good и не fun. Нахрен в это влез вообще? Ох ты ж, бляха, ты... Ой, блин, не успел выпрыгнуть. Печально, убили. Кстати, ох ты ж, еще и наехал, гаденыш, а? А чем тут смерть, кстати, оборачивается? Интересный момент. Понятно. В принципе, ничем. Хорошо. Ничем так ничем. Кстати, а где я нашел эти костыли? Ага. Знаете что, ребята? Где я еще проходил? Так, с вертолета. Давайте-ка мы сейчас вот эти все плюшки попроходим. Тачку, тачку, тачку. Какую-нибудь тачку. Давайте. Надо пройти эти подработки. Ой, ты чё? В целом, ситуация... О! Минуточку, это же моё, да? Да, это моё. Так, стопэ. В целом ситуация интересная, в плане того, что как они меня разбирали, но у меня всего, блин, один вопрос. Какого черта... Так, патроны. Патроны мне пока не нужны. Ладно, ок. Патроны пока не нужны. У меня в достижениях, насколько я помню, на секундочку, возникала такая штука под названием... Ой, бляха, муха, опять не то. Мол, к тебе на помощь приходят твои ребята, если что. Ко мне сейчас никто на помощь не пришел. Не то, чтобы я как-то настаивал. В общем-то, и сам благополучно помер. Тум-тум-тум-тум. Йоу-йоу. Так. Куда мы едем? Тут у нас все открыто. Да, мы едем зарабатывать. Ой, ну ладно, подумаешь, блин. Всего-то одна фара. Тоже мне проблем. Ты не в реальной жизни, чтоб так беспокоиться. Никогда, кстати, не понимал разговоров на тему этого насилия в видеоиграх, которое там как-то плохо влияет. По-моему, наоборот. Вместо того, чтобы в реальной жизни беситься, вышел сюда,
слил, так сказать, всю накопив, весь накопившийся негатив, блин, да и живи дальше спокойно. Как раз, если вдруг чего, какие-то проблемы с гневом, вот, пожалуйста, без какой-либо опасности для окружающих можно все это дело реализовать. Хочешь убивать — убивай, хочешь там всякие другие антисоциальные вещи творить, уголовные и так далее — пожалуйста, вперед, никто не мешает, никакой ответственности. А это что такое? Сейчас, минутку. Что это за хрень? Пакет с наркотиками. Ни хрена себе. Пакет? По-моему, поддон с наркотиками. Ну ладно, хрен с ним. Постарайтесь найти. Вот делать больше нечего, блин, искать эти. Так. Кукла тряпичная. А у меня... А, время уже идет, да? Так, я где? Давайте вот сюда. Ну за что? Так, на этом перекрестке, насколько я помню. Уа, давай, давай, давай. Так, стоп. А, блин, я не то нажимаю, ёшкин ты кот. Что тебе надо? Отстань, противный. Что-то, ну что, что-то привязался, а? Ох, десяточку, хорошо. Ох, спасибо, родной! Ну вообще, адреналян. Ну. Ох, ядрёна кочерышка. Ну, главное вовремя, блин, а. Да, вот такой вот у меня нубасовский звонок. Не, ну серьезно, что, издеваетесь, что ли? Вот именно сейчас надо было позвонить. Не буду я брать трубку, отстань. Чтоб ты не был. Что-то он как-то плохо, блин, прыгает, честно говоря. А, ну я все как бы уже набрал. Станьте, люди добрые, я занят, блин. Так, бонус. Авторитет. Моргенштерны. Контроль района. По чуть-чуть, полегоньку. А-а-а. То есть их еще и искать надо? Ага, то есть это я езжу? Или нет? Слушай, ну давайте... Так, сейчас небольшой перерывчик. Надо ответить на звонок. Так, продолжаем. Новое задание — это замечательно. Но мы сейчас занимаемся подработочками. Так как можем. Не могем, а могим. Ой. Что, зря нажал? Деньги. Ох ты ж, батюшки. Да я вот думаю, как мне захват производить. Может, тогда к домику вернуться? Пристань Рандини. Давайте-ка мы сейчас тормози. Давайте-ка мы сейчас купим, во-первых, вот эту штуку. Теперь святых цели для... Ага. Да. Ой, нифига себе. Планета святых. 500 в час? А это что такое? Ну, ладно, ладно, я понял. Машины и все это есть. Понятно, отстаньте. А, ок. А что здесь покупает? А, костюмы, что? Запястье. Левое запястье. Блин, не хочу все это покупать. Ну, серьезно. Можно... Ну, обувь давайте поменяем на что-нибудь.
Ой, господи. Ужас какой-то. А, в звезду. Вот серьезно, не люблю я вот это все одевание, переодевание. Нахрен оно нужно? Так, и еще у нас там вот есть домик, который тоже можно купить. Давайте его купим. А, я понял, что у меня не улучшено, кстати. Так, стоп, это не дом, это пристань. Что-то я прочитать прочитал, но, как говорится... Ох, 12 тысяч, что, хватает? Нифига себе. Окей, хорошо. А, кто это у нас красный гуляет? Кто-то красный. Эй! Ага. Вау. Нифига себе. А это что, торпедный... Какая интересная штука, я бы вам сказал. Вау. 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 Это все у меня есть? Эй, стой! Верни. Ну ладно. Прикольно, прикольно. Катер с торпедным аппаратом. Да, уж нормально так. Очень странно, на самом деле. Ну ладно. Ничего страшного. Бау. Так, а давайте-ка мы кое-что проверим. Вот есть миссии? Или книга святых? Убийство, угонов. Ну давайте поставим, пусть будет. Убийство тоже. Так. Ладно, пусть. Вау. А, ну это все. Это задачи, да? То есть их как-то не нужно выделять. Хорошо. Кстати, магазин. Урон. Вот урон от пуль. Штука нужная. Отлично. Чё по деньгам? 1000. Все, деньги кончились. Ты. Ну, да чё мне читать? Отстаньте. Я как бы их выделил. Окажусь рядом, возьму. Но здесь, конечно, похуже в этом плане. Все-таки во второй части было удобнее именно с точки зрения ненапряжности, что ли, вот этих действий. То есть ты просто брал этот список, и когда неожиданно, например, оказывался где-то рядом, ты просто выполнял, и все, не заморачиваясь. Это было весьма удобно, я вам скажу. Так, открыли. А здесь такого нет. А на карте как-то отображается эта штука, интересно? Ну-ка. Не вижу. Что-то ничего не видно. Что-то ничего не видать. Да и хрен-то с ним. Не видать и не видать. Опа. Здорово, мужики. Так. Расправились с засранцами. Теперь что мы делаем? Правильно. Эй, ну ты чё? Поехали, давай уже. Хорош колупаться. Хватит меня стрелять. Плохие, плохие, плохие. Вертолет, отстань. Отвяжись от меня. Так, синяя хренька. Что-то котеночное.
Да, на такой машине. Что ты делаешь? Придурок, блин, ты чё, обалдел, что ли? Чё за дела, блин? Да, на этой тачке-то уходить от преследования куда прикольней. Взорвалось. Да ты чё, эй? Так, кстати, а почему мне так высвечивается странно? Ой. А... Что это? Почему я это туда поставил? Интересное кино. Ну тебе-то чё надо, приятель, а? Что-то я не понял, я случайно туда ткнул, что ли? На карту, или что? Почему у меня там высвечена какая-то точка? О, миллиметражи. Какого хрена опять полиция на меня агрится, я не понимаю, а? Или это банально за превышение скорости? Кстати, интересный момент. Что-то я не обращал на это внимания. Так. Давайте съездим, посмотрим, что это за точка такая. Будет смешно, если я просто случайно ткнул в карту не туда. Вполне возможно, вполне. Как говорится, накосячить в чем-то люблю, умею, практикую. Опа. Эй, ну дайте миллиметражку-то, а. Йоу. Далеко. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. О как. Окей. Вылезти, что ли? Следуйте указаниям связного. Какого связного? Какую цель? Чё за приколы? Ну, связной. Связной. Чё-то я ничего не понимаю. А чё надо-то? Главное, интересно, что, знаете, я сейчас выезжаю, и он мне начинает орать. Типа, ай-яй-яй, фу-фу-фу, зачем ты уехал? Куда-куда вы удалились? Подожди, а что от меня требуется, ты не понимаю? Давайте заедем на участок. Он моргает. То есть, что-то от меня хочет. Что хочет, непонятно. Поехали. Стоп, а это... Не убийство ли этого придурка? Как его? С тележками-то. Блин, как его звали, я забыл. Чё-то я ничего не понимаю. Как говорится, чё надо-то? Окей. В аэропорту. Но аэропорт это здесь, судя по всему. Наверное. Или нет? Чё за бредятина, я не понимаю. Я какое-то задание, что ли, взял? Чуть-чуть. Блин. Нет.
Я ничего не понимаю. Слово совсем. Почему-то указатель притащил меня сюда. Я что-то здесь, видимо, должен сделать. Давайте сюда заедем. Попробуем. Сюда нам не надо. Просто разворот. Так, короче. Идите-ка, как говорится, лесом, блин. Вот давайте сюда проедем сейчас. Ай, не туда. Так, ладно. Поехали купим эту собственность. Раз уж все равно здесь оказались. И, наверное, поедем какую-нибудь миссию выполнять. Я не знаю, что нужно. Главное, выполнять указание своего связного. Какого связного? Кто, как бы, что он, что-то должен написать. Что не так-то, алло, называется. Что тебе надо от меня, товарищ? Вау. На двух колесах, ё-моё. Ту-ду-ду. Так, ну этот ангар явно будет стоить больше 5000. Это дом вообще? Стоп. А куда? А чё? Ясно. Прыжки тоже считаются. Так. Так, что-то тут можно купить. А что можно купить, хрен его знает, да? 5 миллиметраж, хорошо. Миллиметражи. Так, давайте-ка залезем отсюда. Ну что ты? Опа, красавец. Вопрос, сколько это стоит? Это, видимо, опять какое-то просто покупное здание, которое никак не работает. Чтоб вы провалились, а? Куда-куда вы провалились? Поехали туда, чё? Сейчас цапнем какую-нибудь машинку. Бог. Да, приземляться он также не умеет. Бэм! Катись отсюда. Давай, поехали. Ладно, хрен с ним, я не знаю, что это за моргающая фиговина и что она от нас, блин, хочет. Поэтому черт-то бы с ней. Еще и встречная полоса тут есть. Ничего себе. Даже за это дают авторитет. Ужас какой-то. Ну, поехали, че. По встречке погоняем. Вай, набор-то, набор, блин. То есть засчитывается, да? Ой, X2 пошел. Ну эй, ну ты чё? Чё, зачем с... Да, поморгайте, ребята. Ай, миллиметражи, блин. В смысле? Чё ты мне моргаешь? Так, я ничего не понимаю. Чё ему надо, блин? Главное, не гадится с цветами. Карл перетаскивает сумки в аэропорту, а еще он перетаскивает них к наркоту и безжалостно справляется с каждым неугодным на своей территории. Кто он говорит с тобой? Ну ладно, хорошо, отстаньте, блин. Че привязались? Не нужен мне этот... Не вот этот вот... Козлина ты! Че ты этого... Занос-то... Маловато, я имею в виду, вот эта хрень по встречке дает. Ну, то есть совсем, вроде уж тут X2 идет какой-то, еще что-то пишут.
А все равно мало. Что даже немножко странно. Спрашивается. Че оно? Так, это у нас... Ой. Все, хватит. Это у нас что-то. Начать нарко... Трафик? Ладно, пусть. Окей. Let's cut right to the heart of this shit. Hit the Morningstar territory. And you know where that is? Ah! The experience we got with those keys gave up a whole lot. Seems like it's just what we needed. What sort of things do we have? Got some basic merchandise. You know, like shirts and lunch boxes. You're joking, right? Well, there's always my demo tape. Well then, we're gonna need a bigger safe. He tried like a real saint. Это какой-то кошмар. Ладно, разобрались. Давай, давай. Ну чё ты, поехали, блин. Он ещё стоит, блин, что-то телится. Чувак, поехали! Вот это правильно. Готов. Красота. А, один из двух. Ты зараза. Ах ты! Ты где? Я, конечно, все понимаю. Окей. Ну, зеленый, чё, долго ты там? Фигню ты страдать будешь. Чувак, ты чё там встал, идиот? Поехали! You're a natural, mate. But right I am. With a bright future at Planet Saints. Not cool. Фу, дебил. Охраняйте, говорит, по дороге домой. Да я бы с удовольствием его... Охранял, если бы он еще по этой дороге домой вообще двигался. А техники патрон не хватит, не волк. Капец, кот надоел уже орать. Не знаю, слышно вам или нет. Орет как ненормальный. Да, взрывайся уже. Фу, нормуль. Пройдено. Авторитет, бонус. Моргенштерн, контроль, еще немножко. Новые локации. Ну, понятно, то есть тут не по точкам, тут именно по локациям. Так. А, патроны остались, да? То есть все норм. Ага, следующий этап этого задания. Минуточку, а как это? Я не вижу. Видимо, а, ну понятно. То есть ты каждое задание берешь и выполняешь в новой точке. Ну ясно, тут вот уже среднее. То
еще какая-то. Блин, ты заколебал выделять мне эту фигню. Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Отстань. Так, секундочку. Так, тап. Тап, я сказал. О. Все, красота. Теперь магазин спасу. Так, способности возражать. Так, что у нас? Дурная слава. Моргенштерн. Давайте. Пусть будет. Снижается быстрее. Так, навык, навык, бег. Тут ничего. Урон. Снижается на 30%. Окей, пусть будет. Да уж. С деньгами, конечно, тут полная лажа. Ну чё, пойдем? Бам! Ладно, ребят, давайте это будет чисто... Пока что видюшки будут чисто на подработке. Будем их, так сказать, в рандомном... Вот что? Что это? Что это означает, чувак? Вот что? Что тебе надо? Ну? А, надо ближе было подойти. Ёлки-палки. А я чё-то тогда, главное, подходил и так, и сяк, и близко, и не очень. Всё? Вроде и так действительно подходила по-разному, блин. Она не реагировала. Печалька. Девочка хотела просто пофотографироваться. Эх, а я злый день такой. Её того. Я того. Но я не специально. Так, что у нас? Что у нас? Давайте тогда страховое... Я сказал страховое мошенничество. Не буду обращать внимания на это. Но это, видимо, действительно вот эта вот хрень с киллером. Только она как-то странно работает. По принципу, на иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Ну, блин, спасибо, конечно. Прям офигеть интересная задача, блин. Хоть бы примерно показали, где это. Ну, давайте. Побарагодим. Бам. Так, что ближе? Я где? Я тут. Давайте... Нет, так... Давайте туда. Почему бы, собственно, и нет. Тише, тише, тише. Что ты, парень? Не сходи с ума. Рано еще. Вот сейчас надо будет. Ой, спасибо, чувак. Спасибо, приятель. Ой, ты молодец, ты какой. Блин, нет. О, спасибо, родной. Уважил. Мало. Вот этот чувак мне... Нет, этот не поможет. Этот тоже вот этот поможет. Нет, не поможет. Какие все плохие, а. Какие все злые, блин. Бесполезные, ну. Ну да, вот адреналин. А чё толку-то? Давайте сейчас вот этот... Ой, да. Вот так красиво. Да блин, ну... Давай, ну... Давай. Вот так. Молодец, парень. Эх, чуть-чуть не дотянулся, а. Так, а надо-то 200 тысяч, ребятки. Мягко говоря, такой немаленький объем плюшечек. Ну... Вот ты. Шесть тысяч. Молодец. Не получается у меня... Ну вот хоть бы кто-нибудь сейчас бахнул, а? О, спасибо, чувак, помог. Красота. Давай, давай, во, вот этот вот. О, ты молодца-то какой, а, ну так вот. Чё ж так все ни шатка, ни валка-то, а? Во.
Ну, блин, ребят, ну... Сложно было сдвинуть свою жопу с места, а? Блин, ну как? Чувак как будто специально стоял. Четырнадцать, ну конечно. Да. Попасть тут в кого-то — это реальная проблема. Ну, ой, молодец. Ай, ты спасибо, родной. Помог-то как? Блин, это же в стоячие эти машины попасть не могу нормально. Ну, появитесь уже кто-нибудь. Вот ты. Вот так. Ай, ты красавец ты мой. Как помог-то, а? Вот так. 4, 5, ну. Давайте. Давайте, ребятки, давайте, ну. Ну что ты будешь делать? Этот козел тут встал, блин. Мало. Блин, не успеваю. Похоже, не успеваю. Вот этот чувак. Давай, парень, ты мне поможешь. Ну чё ты встал-то, а? Гадёныш, блин, а. Вот же засранец. Взял прям передо мной, остановился. Типа, ой, я не могу тебя сбить. Ня-ня-ня, сю-сю-сю, какая... Вот, давай, давай, вот так. Давай. Ой, спасибо, родной. Ну, хоть кто-то понимает все сложности страхового мошенничества. Так, авторитет, бонус, контроль, еще 50 баксов в час. Хорошо. Так, ну давайте. Давайте вот это глянем, что это такое. Бам. Глянем, что это за хрень. Доступно новое задание. Да и я знаю, что оно доступно. Что ж теперь? Их там много доступных. Так. Прикольно. И это у нас... Ох ты ж, батюшки. Генри Стил Милс изучено. Хорошо. У нас... Уйди. Атака с вертолета. Ну-ка. Низкая. Ну, так, сейчас минутку. Небольшой перерыв. Там-та-та-рам. О, быстрая перезарядка. Угу. Давайте возьмем быструю перезарядку. Правда, не написано на сколько. Ну да ладно, денег опять не осталось. Ладно, поплыли. Чё? Чьи полетели? Поехали, давай уже, хорош трындить. Нифига себе. Какой у меня. Так, а ты где, приятель? А, вон ты на мост. А, ты вон вообще где? Отлично. Самонаводящийся. Какая прелесть. Какой полезный девайс появился на нашем вертолете. Понимаешь ли. Бунька. Ага. Бух.
Пока. Поднимемся повыше. Тихо. Кто там? Поворот. Там, та-дам, та-дам. Готов. Опс, извини, приятель. Бунькс. Еще один. Все для вас, ребята, все для вас. Ни в чем себе, как говорится, не отказывайте. Еще один. Давай, где ты там? Ой, ты няшечка моя. Бам. Три. Три точки. Три точки — это много. Бог. Чувак, давай побыстрее немного, а? Я понимаю, конечно, что там бизнес и все такое. Так. Продолжаем наш полет. Прицеливается, блин, долго, честно говоря. Так, всего 300 надо. Максимально, да? Не более, видимо. Или более. Ну ты совсем охренел, приятель. В смысле картошки захотел? Ничего себе, он летит. Кто там еще? Чё-то не снижаешься, да? А, все что? Фу ты, блин. Я думаю, чё он не снижается, а просто, оказывается, эта хрень закончилась. Бляха-муха. Так, пройдено. 2700, хорошо, авторитет, продолжение, немножечко денег, вы открыли новые локации, хорошо, замечательно. Новые локации, бой, взрывчатка, 6500, ну давайте, что, все равно это надо покупать потихоньку, полигоньку, все эти вещи, так что, один хрен. Так, что у нас теперь, еще у нас есть операция банды. Давайте ее возьмем. Ой, нет! Нет, 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 нет. Как? Блин, да ты чё? Да, я уверен, что хочу покинуть здание. В смысле не пройдено? Алло, гараж, ты чё, обалдел, что ли? Всё ж пройдено. Чё ты выдумываешь, бляха-муха? Тоже мне... Умник. Бам! Все. Бадукин? Блин, я шучу. Бадукин. Смешно. Не, ну правда смешно. Бадукин! Так,
Хм, а это где? А это кто? А это где? Это где-то тут. А! А, так вот что это такое. Нет, вы меня не видите. Отстаньте от меня, злые нехорошие люди. Не видите вы меня? Отвяжитесь. Отстаньте. Полиция! Так, 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 так. Ладно, это у нас... А, ну типа я как бы захватываю, да, райончики потихоньку-полегоньку. Окей. Так, где еще? Давайте вот. Может, давайте атаку с вертолета возьмем? Потому что она все равно есть. Почему бы ее не взять? Сволочь, а. Попал, гаденыш. Да я знаю, что можно справиться, избавившись. Ну а что делать-то? Не хочу я прятаться. Главное то, что он мне в колесо попал, вот это раздражает. Все, отвалите, ребят. Я на задание, а вы мне мешаете, ебать. Не, нормальная ситуация, блин. Come on, petrol station again, really? Hey, I can't be doing this without a little refreshment. You're the only one working, mate. Молодец, блин, свяжиться ему надо. All good now. Yeah, I'm so fucking happy for you. Look, you just pissed because I didn't get you anything. Так, разобрались. Пока что норм. Понятно. Можно и так. Так, кстати, даже быстрее. Будем иметь, так сказать, в виду. Ты где? Так. Чувак, ну давай определись, куда ты. Ты туда или сюда? Тяжеловато, конечно, блин, вот так смотришь. Не очень удобно. Смотришь на него, думаешь, сейчас он туда пойдет. Нет, туда, блин. Еще место крайне неудобное, конечно. О, удачно. Готов. Не менее удачно. Кто тут еще? Отлично. Блин, 2 из 5. Ну что так долго-то, чувак? Ай да быстрее немножко. Ты что, обалдел, что ли? Катается он тут, блин. То есть как бы, ай да это... Christ, how much crap does Morningstar own? Told you there was a lot in that lockbox. О, 500 из 1000. Интересно, что это означает.
Где он? Ну, чувак, ты молодец, а? Так. Yeah, you'd think they'd notice something was amiss by now. Not if they don't want their bosses on the air for letting me roll up on Так, пока терпимо. Есть. Но вот опять он куда-то заезжает, где я его не смогу нормально прикрывать, а? Суицидник, что ли, я не понимаю. Ладно, хоть тут машины, скажем так, тоже. Ой. Ох ты ж, блин. Вот это удачно получилось. Я чуть сам его не прибил. Так, авторитет. Но здесь только контроль, тут никаких... Угу, тап улучшения. Хорошо. Способности. Давай, смотрим, что тут. Дурная слава Деккера. Давай! А, ясно. Хрен-то там, да? О, деньги. А, ну так хорошо. Теперь, значит, все-таки купим. Не, пусть будет. Знаете, вот это снижение дурной славы в данной ситуации, это довольно-таки удобная вещь, надо признать. Так, next. Карта, карта, карта. Где у нас еще? Слушай, отстань-то. Вот что это, блин? Опа. Ха, интересно. Точка другая появилась. Ладно. Так, 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 так. Так, 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 так. Вот. Проф Дженки. Дженки. Давай глянем. Так, чувак. Ну-ка, одолжи мне свою... Бам. Тачульку. Бадукин. Еще один. Ну что, поехали. Собирать. Миллиметражи. Достижения, так сказать. Гонять по встречке и все остальное, такое прочее. Не повторяйте это дома, ребята. В реальной жизни не надо повторять эту херню. Это плохая... Ай-яй-яй. Что? Танк? Танковый разгром? Ну-ка, ну-ка, давайте глянем, что это за чудо. Что-то не совсем понятно, как работает. А, тут типа чинится, что ли? Да, смотри-ка ты. О,
Ой, какая прекрасная миссия. Сволочи. Как это прекрасно. Это так прекрасно. Это замечательно. Нормусь, нормусь. Да, вот это... Ой, тихо. Вот это, блин, миссия. О! Давайте возьмем. Вай, что это? Тихо, все, все, уймитесь. Не надо. Так, перезарядочка. Кстати, надо как-нибудь это... Автоматик мой имеющийся улучшить тоже. Ну что, посмотреть там по улучшениям оружия пройтись. Но это потом. Бам! Катись отсюда. Да и вылазь ты, дура. Чё тебе надо, блин? Какой тебе нахрен заложник? Нужна ты, блин. Боль много удовольствия тебя в заложники-то брать. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ну, тварь, а. Все. Сволчи. Да, эти сейчас от меня отстанут. На трех-то. Звездочках, понимаешь? Понимаешь, на трех звездах. Ох ты, зараза, больно, между прочим. Хороший. Да, помчались, не знаю куда. А куда, кстати? А, эта отметка просто осталась. О, танковый беспредел. Так, блин. Слушайте, реально веселая штука. Давайте его. Но он мне очень понравился. Бежим. Да хрен, ребята, не догоните вы меня. Все, отвалить. Не для того. Машинка бралась, чтобы вы меня догнать могли. Ага, сейчас, размечтался. Уродец. Отвали. Давай, давай, гуляй. Дайте-ка погоняем немножко. Все, все, видишь, уже две звезды. Две светлых повести. Здорово, мужики. Меня, что ли, ждете? Какая прелесть. Ждут они меня. Расположились тут, понимаешь. Ребята из зоны ожидания пошли в жопу. Что, хорошая машина, блин. Такое-то прям приятное в управлении. Ну, снимайся давай. Давай, давай, давай. Блин, да, вот это вот снижение уровня... Как сказать, заинтересованности надо раскачивать. Прям раскачивать, раскачивать и раскачивать. Честное слово. Значит, это... Ну точно, смотрите, вот сколько времени уже. Он за мной гоняется. Все никак не может успокоиться. Опять! Ну почему? Козлина. Сколько вот считаете времени уже прошло? Сколько я гоняю?
эта хрень все не гаснет. Долго? Сколько денег? Деньги, 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 дребеденьги. 19 тысяч. Давайте-ка здание купим. Вот это вот здание. Давайте-ка приобретем. Так. Да, 100 баксов или 1000, я что-то не посмотрел даже. Давай, давай, давай. Так, карта. Ну да. Надо, короче, скупать, скупать, скупать и скупать. Но сейчас мы будем танковым беспределом заниматься. Нужно покупать одежду, ага. А можно просто машины покупать и не заморачиваться, блин. Так, магазин, давайте. Способности. Урон. Урон взрывчатка. Урон от огня. Блин. Вот урон от огня, по-моему, нужнее. Хотя, подожди-ка, вот бой. Взрывчатка 2. Патроны, дробовик. Патроны, пистолет. Транспорт. Машина, судно. А, в смысле? А что я тут должен был купить? Не понял. Так, банда последователей. Двух святых. Все дурная слава среди банд. А, в смысле? Не понял. Что-то я не совсем въехал. В чем тут приколюха? Святые по кварталах, когда... Чтобы приказать идти за вами. На 10 секунд дольше. Ясно. Ну и бой, естественно. Ну тут я, по-моему, 10 тысяч, 7, блин, 7 тысяч, чуть-чуть не хватает, а. О, вот это я лопухнулся. Вот это надо было. Ну да ладно. Ничего страшного в этом нет. Давайте. Начать танковый разгром. Уху! Красота. Поехали. Какая прекрасная штука, а? Как это замечательно. Как это красиво. Игры, говорят, развивают насилие. Не смешите людей. Игры дают отдохнуть от всего. Вот где еще в реальной жизни ты устроишь такой беспредел? Правильно, нигде. Ну нет, можно, конечно, если ты совсем отмороженный дебил. Но можно эти не устраивать. А все, что ли? Ох. Не повторяйте это в реальной жизни. Даже если у вас будет танк. Не надо. Еще немножко. Макарена или самбо?
Та-т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 а. Ламбада. Та-т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 а
обиделся. Ну, блин, ну фальшивлю, да, когда пою. Ну, чё ж так нервничать-то? Так, секундочку, что, еще одна. Танковый разгром. Давайте глянем, что тут у нас такое. Вон там, вон там. Что за идти вон? Бам! Я какого-то странного чувака сбил. Так, это у нас... Ой, это пистолеты. Что тебе надо, парень? Отстань. За 100 баксов? 500 в час. Нифига себе. Так. Улучшить ружбайки. Подожди-ка. Это все, конечно, круто. Давайте-ка мы вот эту штуку увеличим. Вау. Ты штукой... Не, ну это, конечно, круто, но я бы лучше вот это улучшил. Так, увеличивается... Крюков. Так, увеличивается урон, цель, кстати, точность прицельной стрельбы. Да. Третий. Видите, и емкость обоим. А тут что? Ох, ничего себе. Неплохо. Так. Емкость обоим увеличивается. Дача снижается. Больше урона и пробивают броню. А тут у нас... Зажигательные патроны, битву огня. Это лучше. Ну, тут, конечно, все на самом деле надо. По большому счету. Выход принять. Блять, отвали. Чё тебе надо, блин, бутылочка? Непонятная. Непонятная бутылочка. Отстань от меня. Продолжается тематика с подработками. Мадам. Слушайте, а я вроде ж развивал способность... Тырить там чего-то, нет? Вот, навык карманник. Тырил? Тырил. Sorry, mate. Look where you're going. I'm not dealing with this. Побежала. Танковый разгром продолжается. Как это прекрасно. Как это замечательно. Как это мило. Я все, что ли? Нифига себе, я развоевался. А может, что-то я не посмотрел, сколько там нужно. Блин, на этой танковой подработке даже не смотрю, сколько там надо заработать. Вообще, извините, ни о чем. А что, а еще есть? Еще хочу! Так, где? Где еще? Дайте еще танка. Еще танк. Все, что ли? Эй! Ну, я так не играю. Ну, и что, и все, что ли? Да. А счастье было... А счастье было. Вот такая вот фигня. Последователи возрождаются на 20% быстрее. Это мне пока не надо. Ближний бой в мышце. Блин, чуть не хватает. Взрывчатка. 50% больше взрывчатки. Опа, особые патроны. А, ну это... Вот. Патрон к автомату.
Это мне очень нужно. Ну-ка глянем. Стоп. А, вот это имеет. Ну, вроде бы, да. Так. Ладно, народ. Я думаю, хватит на сегодня. Неплохо мы так побарагузили, похулиганили, повоевали, повыпендривались. Весьма так продуктивненько и интересненько. Фу, да. Танк это, конечно, ням-ням-ням. По-другому не скажешь. А, тут меняется, да, в зависимости от... Ну, ясно, ясно. Ладно, короче, задач тут еще хреново туча. Все эти подработки, покупки. Блин, да фигище всего. Вот деньги еще пришли. Пожалуйста. Можно еще в магазин зайти. Так, здоровье. Кстати, здоровье. Вот. Блин! Тут еще есть... Так, секундочку. Во. Вот теперь магазин здоровья восстанавливается быстрее. Вообще замечательно. Ага, этого пока нет. Здоровье увеличивается. Все. И на этой замечательной ноте, вот в этой замечательной таксишке, мы останавливаем наше прохождение. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Это я просто сейчас доеду туда. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Не повторяйте всю ту хрень, которую вы видели в этой игре в реальной жизни. Нафиг, нафиг, нафиг. Поверьте, в игре это гораздо интереснее и безопаснее. Ладно. Так, что еще? Ну, наверное, все. Всем пока-пока и до встречи в следующей видюшке по Saints Row The Hirt, в которой мы продолжим добивать подработки, пока со всеми окончательно не разберемся, чтобы, так сказать, больше ничего не отвлекало на карте. Ну и, наверное, все. Да. Всем счастливо.